Советская российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации Легкоступова Валентина Валерьевна. Родилась 30 декабря 1965 года и умерла 14 августа 2020. Родилась в Хабаровске, жила в Крыму, где окончила Симферопольское музыкальное училище в 1985 году. С 85 по 90 училась в институте Гнесиных у Кобзона. А дебют состоялся в городе Херсон, Украина. Потом получила премию на Юрмале, выступала с песней «Берег счастья», «Я все равно надеюсь», сотрудничала с композитором Паулсом. Известные песни ее в 87 году, ее написали и спели, это «Ягода малина». Ягода малина нас к себе манила, ягода малина. Также эта песня вошла в финал «Песни года» 87 года. Работал в театре эстрады Льва Лещенко, много гастролировала по Африке, по Болгарии. С 14 года жила в Испании, но не переставала преподавать и вести творческую деятельность. Умерла в 20 году от последствий черепно-мозговой травмы. Ну, очень подозрительная какая-то смерть. Все равно, то есть ее нашли с повреждением головы, и умерла она спустя несколько дней в больнице, то есть 14 августа. Заметная певица, хорошие песни, мне очень тоже нравятся, иногда по радио их можно услышать, особенно на ретро-ФМ, на русском радио. Ну, здесь еще памятника нету, еще рано, через год его поставят. Цветы искусственные. Альбомы Валентина Легкоступова. Я улыбаюсь. Какие-то песни здесь. Вот ваша любимая мелодия на радио «Шансон». Да, на «Шансоне». 29 гвоздик. Я улыбаюсь. Я зову тебя, гость. Так, что у нас там еще? «Капля в море», «Крымский пляж», «Малыш», «Ягода малина», «Ночка», «Новый год», «Париж». Это совсем молодая она. А вот еще один альбом. А, ну это такой же. Можно так положить, пускай лежит. Она на 19 участке. Это самый крайний на Троекурском кладбище. Найти очень несложно. Еще вот такой пока крест стоит. Фотография на рамочке. Среди ее могил очень много похоронено военных, генералов, особенно полковников. Вот генерал-майор авиации Баскаков, например. Или вот полковник Жуков. А вот, кстати, там почетный караул военному. Последний залп отдают, там еще оркестр стоит. Но это я, наверное, не засниму, пока вот до сюда дошел. Кстати, стреляют с карабина Симонова. Мне очень нравится, когда подсолнухи вот такие вот ставят. Становится как-то уютно. Надо подправить, чтобы было понятно, кто вот подойдет. Вот. А то все свалилось. Бывают очень сильные ветра. На кладбище пространство открытое, все валится. Надо как-нибудь так вот положить покрепче. Вот, Легкоступова Валентина Валерьевна. Участок 19, могила номер 159.